Верность воинскому долгу, взаимовыручка, десантное братство. Поэтому сегодня я поздравляю и ветеранов. Память о них – лучшая награда для павших товарищей. Первого. Мирного неба! Здесь было сказано очень, вы как раз и исполняли слова Спасителя. Той пророк Божий Илия был верным истинному Богу. Вот в торжественном, праздничном строю. С этим днем связано очень многое, связано практически полжизни. Это служба в десантных войсках, прежде всего в 56-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Окончив Коломенское артиллерийское училище, попал в Афганистан в 88 году. Да. В 87-м. Ни разу не жалели о своем выборе? Не всегда так, что там мы выбираем. Скорее всего, что нас выбирают чаще. Нет, конечно, не пожалел. Об этом, наверное, никто не жалел. Из тех стоящих, которые здесь есть, в строю, которые пришли сюда, которые не смогли прийти. В общем-то, таких, я думаю, нет, которые пожалели о службе. Я хочу синевою заполнять парашюты.